ребята. Ну что, Сергей Витальевич гостит, и сегодня у нас тихая охота. Вчера приехали с лесу, четырехдневная рыбалка у нас была, а потом что-то решили пройтись, еще погулять, ребята, сегодня по грибочкам. Ну и в общем, Серега сегодня поедет домой. 22 сентября, не знаю, как вообще обстановка, есть что нет. Ну, в общем, посмотрим. Специально приехали в Бор. Вчера приехали с рыбалки в баньку. Что-то поужинали и все, отбой. Вырубились, устали. А сегодня вот с утра дождик такой. Моросит. Погода не важная. Но добрались на лодке. В дождевиках все хорошо. Много листва, ребят. Листвы упало. Сейчас тяжело смотреть, конечно, грибочки. Серега захотел свеженьких домой отвезти. Ну, посмотрим. Вроде таких заморозков не было еще, чтобы прям ничего не попалось. Ну, и массового выхода тоже особо нету. В общем, погуляем, ребят. Посмотрим. Может, что найдем. Серега домой везет. Маму угостит. Вот какой-то алябуш стоит, переросток. Совсем большой. Ну, твердый. Серега, а на сушку не будешь брать больших? Вот. На сушку. Буду. Вон, иди сюда. Есть тут грибочек. Ну, Серега говорит, буду брать на сушку. Слушайте, ребят, там нога-то у него такая добротная. Они еще и чистые. Ну, в общем, Серега сказал, возьмет. Возьмет, так возьмет. Взяли корзинку сегодня одну. Посмотрим. В этом году, конечно, пособирал грибов. Вообще. Вообще здорово. Порадовал в этом году, конечно, да. В планах было еще съездить за груздями, но не срослось там по времени, не получилось. А вот грузди еще вроде как выходили, но не всегда получается выехать. Так что, а так, да, заготовили. Кто смотрел походы, ребят, по грибы, тот видел, было великолепно. Какой-то мягкий, ребят. Даже смотреть такого не буду. Да, 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 да. Какой-то еще переросток. Стоят большие. Ну, какие-то мягкие они. Что-то такие даже неохота брать. Ладно, погуляем. Посмотрим. Как ни странно, ребята, боровички стоят. Три штучки. Опа. Смотрите, ребят, какие красавчики. А вот еще третий боровичок. Да, насчет боровиков даже не надеялся. Выросли. Три штучки молоденькие. Смотрите, братцы. Красота. Чистейшие. О, какие вообще шикардосики, блин. Да. Огонь.
Блин, каждый день дожди. Так они надоели, конечно. Опять мокрит. Вода, главное, не поднимается. Почему так, блин? Дожди идут каждый день, а вода не поднимается. Ну, домашние дела хотя бы сделали. Я имею в виду, картошку убрали уже там. Уже поспокойнее. Погодку выбрали. Дожди. Каждый день дожди. Набрел все-таки, ребята. Чисто ганчики вообще замечательные. Да, ребят, вообще нет грибов практически. Ну, сейчас, правда, два попались сразу рядышком. И все. Ну так, в принципе, так и рассчитывал, что как бы пойдем. Если найдем плюс-минус 20 штук, будет хорошо. Так, наверное, и получится. Еще у меня три беленьких, два красненьких. Вот как-то так. Такой мрак в лесу. Пасмурно. Нифига не видно. Маховички, ребята. Маленькие. Да, в этом году, кстати, маховиков я не видал. А тут вон целая семья. Вон какие. Сергей Витальевич, нашел? Нашел. Что нашел? Кабаны, что ли? Угу. Я даже три белых нашел, боровика. Угу. Два вон малыша и этих маховики. Угу. Ну, хорошо. Так что у меня потихоньку собирается. Ну, нет грибов вообще. Вообще нету. Вот это, ребят, красавчик попался. Вот это, да. А нога-то какая у него, ребята. Смотрите. Супер класс грибчик. Стоит тут одинешенько. Блин, крутой вообще. Красавец. Для этого сейчас тоже еще вот такого нашел. Вот такой нормальный, чистый. Ну, этот вообще суперский. Вот это, ребята, каравай. Надо же до такого вырасти. Шляпка, ребят, смотрите какая. Жесть. Ну вот рядышком стоит. То, что нужно. То, что доктор прописал. О, великолепный. Да, ребят, очень мало. Редкие грибочки. Ну, это последние грибы, ребят, это последние. Покайфую хоть за последних.
Сергей Витальевич, ну что там у тебя? Охотишься, нет? Вон два штуки стоят вообще, каравая. Не, я три нашел нормальных вообще. Каравай стоят, да? Каравай стоят. Не, я говорю, вот. Смотри какие. Ага. Толстоногие. Ножку можно забрать на сушку. Да, и эта шляпа пойдет. Да куда ты сейчас, у тебя там полсумки будет? Значит, тут лежа много. Разрежь хотя бы. Ну, нога-то чистая, я говорю, вот ножки можно взять. А шляпу-то, мне кажется, куда? Давай посмотрим шляпу. Там шляпа, слышишь, килограмма 4 весит, блин. Да, такие караваи, блин. Охренеть. Вообще караваи, блин. Караваем, блин. Куда-то под пенек, ребят, спрятался. Как-то вырос он так интересно. Такой кривой. Косой весь. А, рябчики поют. Пищат. О, какой. Чистейший, блин. БГ-3. Ну, плотный. Хороший. Опа. Серега там шляпы рубает. Ну, на сушку, в принципе, можно что забирать. Ножки хорошие. Просто такие грибы довести тяжело, они скомкаются, слишком они крупные и мягкие. Ну нет, так, ребят, вон красавчики попадаются, и это радует. Сейчас, может, на белую мощность сходим с Серегой, там посмотрим. Три беленьких попалось, а что нет, может, и попадется там беленький. Вон еще каравай стоит. О, какой, ребята, вот это пойдет, вот это по-нашему. Вон прям возле тропиночки, там он стоит еще один. Вон еще один. Еще красавчик. Не знаю. Нормальные грибы. Серега там рубает кабанов. Рука не держит, блин. Кто-то пойдет, грибочки. Красивые. Да-да. Нормально, ребята. Нацарапали потихоньку-то. Своего грибочка-то нашли. Да, вот эти крепыши красивые. Ну нет, смотри, все равно подсобрали. Ты, правда, там накосил кабанов. Да. Сейчас если таскать найдем, будешь. Если найдем, что хорошее, кабанов можно и выкинуть, а нет. Ну да. А? Верно, выкинуть никогда не поздно. Да. В общем, ребят, решили перейти на другой бор. Благо, здесь недалеко он.
погуляем по беломошечку, посмотрим, а вдруг беленькие, ребята. А вдруг беленького найдем. Так что прогуляемся. Дождик вроде прекратился. Хорошо стало. Вот после дождей такие лужи. Сергей Витальевич, такого видел, нет? Ну да, река много. Ребята. Это бомба, блин. Вот это бомбяк. Смотри, какая нога. Ага. Жесть. Килограмм просто, ребята. Так я оставляю его. Вообще зверюга. Да. Вот это, конечно, мутант, ребята. Это поганка. А? Поганка. Поганка, да? Не. В общем, ребята, дошли до бора. И как раз вот спускаемся сейчас. И стоит такой красивый, да. Таких, блин, 5 штук. И корзина полная, блин. Ладно. Посмотрим, может, боровиков найдем. Было бы неплохо. Тут, Серега, чисто этот. Боровые. Здесь вот они только. Да уже не зря шли, Сыж, за такого красавца. Блин. Так что если еще 2-3 штуки найдем, вполне удачно будет. Все, давай пойдем ближе к дороге и в ту сторону. Бывает же, да, ребята? Красавцы, жесть. Блин, такого, блин, да, редко. Нога такая, блин, крепыш. Рос потихоньку. Ну хоть дождя нет, он уже радует. Гулять можно потихоньку. Ребятки, вроде стоит. Так точно. Стоит. Ой, такой же, ребята. Смотрите. Прелесть. Прелесть. Чистый, блин. Вот это крепыши. Да. Красота. Серега. О, смотри какой. Такой же, понял? Богатырь. Не то слово, блин. Красавчик, да. И в черничнике, ребята, еще один. Ой, да ну нафиг. Вот это красавчик, конечно. Ага. Тут вроде хожено. Нет, нормальный. Кабан, блин. Пойдет. Крепкие. Классные. Грибы. В лесу, ребят, такой запах. Такой свежий, приятный такой запах лесной. Аж дышать как-то вообще круто. Брусничка, черничка, вот грибами попахивает. Плюс после дождя вообще одно удовольствие, конечно, погулять, подышать таким воздухом. Я даже знаю такие случаи, что, ну вот, люди, которые живут в городе, приезжают вот в такие места, и у них даже голова кружится начинает, так как много кислорода в мозг поступает, и человек прям аж дурно становится.
Так и есть. О, ребята, смотрите. Семейка из трех штук. Или что? Что там, тебе некуда? Или эти выкидывать? Я не знаю, сам смотри, что. Как думаешь? Да, добро, добро. Хорошенькие, красивые. Вопросов нет. Да, я нашел еще одного. Да. Смотрите, ребят, какие боровики-то, блин, а. Ё-моё. Аж в руку не залазят. Да, великолепно. Таких приятно пособирать. Не зря пришли, ребята. Серега трех наконец-то штук своих нашел. А то ходит, не видит. Как ты, Андрюха, их видишь, собираешь? Я говорю, так меня лес любит. Ох, ребята, еще малыш. Малышок еще стоит. Да. Беленькие-то вышли, ребята. Причем ходили... Проходил, смотрю, срезы есть. Кто-то тоже решил так погулять, удачу испытать. Ну, крупные, красивые, мощные, блин. Тут 5 штучек и корзина полная, блин. Потому что вот такие, ребята. Вот еще стоит. Прямо на тропиночке. Ребят, смотрите, не зря сюда пошел, в эту сторону. Крутануться, думаю, посмотрю. Здесь сбор уже заканчивается. Да, великолепные грибочки. Ничего не скажешь. Ничего не скажешь, да. Можно и прокатиться еще по грибам. Не знаю. Жду. Все-таки мотоцикл, ребята, я. Наконец-то его отправили. Может, и покатаемся. Чисто потестирую, да, вот как раз по Борику прокачусь. Ну, в такие места, куда можно подальше уже забраться. За ягодами, за клюквой съездим. Это однозначно. Это однозначно. Надо клюкву вот собрать на зиму. Скоро зима уже. Стоит, стоит. Ждал меня, наверное. Ух ты, блин, ребят, что-то опять там у него нога какая-то лютая. О, какой. Богатырь. Ждал меня парняшка. Зашли на полянку такую, ребята, и стоят. Два что? Стоят, ждут меня. О, какие. Сергей Витальевич. Смотри, какой кабан. Тоже толстоногий. Но его этот... Поели его. Ногу забрать можно было? Не, гнилой. Опа. Да куда ты там рубишь? Там с ногой нечего делать. Видно же сразу со стороны. Что я могу сказать? Красота? Я, конечно, не ожидал. Тут, видите, как-то что-то по красным нифига особо. Ну, нашел, нашли, конечно. А хопа, белые. Белые вот вышли. Как раз причем на днях. Ну, так, по одному повыскакивали. Потому что уже такие крупненькие. Но красивые, конечно. Блин, уже корзина тяжелая, нести тяжело. Сейчас заскочим. Еще один аппендицит. Мне кажется, порадует он тоже.
Три штучки. Фига себе. Четыре даже. Вот это нарвался. Прямо возле дорожки. Опа, братцы, смотрите. Какие красавчики. Бам. Бабам. Вот это пойдет. Семейка. Вот это пойдет. Уже выходим. И на тебя, пожалуйста. И на тебе, пожалуйста. Вот так вот, Серега Витальевич. Да. Вперед шли, не видели. А вперед что, потому что мы там прошли. Там. Краем, да. А мужики, которые на великах проехали, тоже не заметили. Угу. Рыбаки. Ну, слушай, я отличился. Да. Я подсобрал нормально. Да. Ты понял? Вот так вот, а мы заходили с тобой так. Они, короче, меня не отпускают, Сергей Витальевич. Чистый. Да, бодро. Бодро. А вот так выходили, считай. Вышли так и пошли туда. Вот видишь, стоял красавчик. Но все равно забрали. Ну что, ребята, все, выходим. Тихая охота у нас закончилась. Блин, да, такие красавчики, конечно, приятно, бонусом. Сейчас вообще по дороге уже шли и попались. О, какие ребята. Конец сентября, боровой гриб. Ну, короче, корзинку собрали Сергею Витальевичу. Поедет домой, отвезет сегодня. Мамку угостит. Короче, погуляли, ребят. Ну, все, мы уже к выходу. На лодку и домой. Так что круто, да, грибочки есть, возможно, еще и пособираем. Так что... Еще раз кайфанул, очередной раз. Ну, просто приятно найти такого грибочка. Красота.